теперь установим OBS Studio через терминал, поскольку у меня Linux Mint Cinnamon 18.2, что соответствует Ubuntu 16.04 и выше, то ставить будем вот таким вот образом. Вот, выделяем. Enter. Единичка. Нажимаем Enter. Обновляем список репозиториев. Enter. Ну, поскольку на семействе Linux Mint хорошо работает эта команда, проверим, нужны ли какие-нибудь рекомендации. Выставим ее. А здесь нет. Это для FMPEG и для, давайте проверим, для OBS Studio. Но тоже ничего. И вот тут еще есть, значит, вот такая вот установка проприетарных каких-то там драйверов. Ну, давайте попробуем их поставить. Не найден кандидат на установку. Ну ладно. Значит, практически для Linux Mint Cinnamon 18.2 в принципе достаточно всего лишь вот этих вот трех команд. Ну, хорошо. Давайте посмотрим. Появилась ли она? Есть. Ну вот я сюда вот так вот нажму. Первый запуск. Ну и, как правило, сами понимаете, первый запуск довольно-таки требует там всяких там настроек и прочего, и прочего, и прочего. Но сейчас, в данный момент, я веду запись программой для записи с экрана на Simple Screen Recorder. И показываю вам вот первый запуск и настройки, которые мы будем делать именно в этой программе, чтобы, ну, подогнать все, скажем так, самое необходимое. Ну, как видим, значит, есть всегда настройки. Можно нажать на настройки здесь, можно нажать на настройки здесь. Разницы никакой нет, все равно появится одно и то же окошечко. Скрывать окно в системный трей при запуске. Да ради бога, эта опция хорошая. Применить. То есть начал что-то там записывать, а у меня само это окошечко уже будет исчезать. Вещать я не собираюсь, поэтому ничего здесь менять не буду. Вывод. Значит, опять-таки, они поставили на первое место потоковое вещание, а я использую программу OBS Studio только для записи с экрана. Формат записи я выбрал Матроска, кодировщик X264. Почему? Потому что с этим форматом я долго работал, и в Simple Screen Recorder, и также, значит, хорошо он обрабатывается в редакторе OpenShot, но, правда, потом он перекидывает его в формат MP4, но все равно довольно-таки компактный, хороший формат. CRF, у вас обычно стоит там CBR или так далее, ставьте вот CRF. Значит, 17 ставьте, там можете поставить, ну, даже 20-ку давайте поставим.
Дальше. Предустановка использования центрального процессора. Ну, я поставил очень быстрый. Профиль. Да, выставил я высокий, high. Применить. Давайте посмотрим, что в аудио. Ну вот, у меня, значит, выставлено 96 по совету там моего приятеля. Попробуем поставить качество звука. Давайте-ка возьмем где-нибудь так, золотую середину. Чуть ближе к высокому качеству. Вот так. 224. Ну и достаточно. Пойдем дальше. Значит, ну, здесь поставлена частота дискретизации звука 44. Есть еще 48. Ну, можно поставить 48. Каналы стерео. Монитор, значит, у меня сделан встроенное аудиоустройство. Миксер установлен, встроенный. Вот эти два пункта. Дальше ничего не делал. Видео. Вот у меня выставлено 1080 на 1920 и такое. Но опять-таки частоту кадров, поскольку мои видео низкоскоростные, ну, 30 я считаю, что хватает за глаза и за уши. 60 это надо ставить для съемки, для скоростных съемок, у кого мощный компьютер и так далее. А горячие клавиши. Вот я здесь выставил начать запись Z, остановить запись X. Почему? Потому что две эти клавиши, они располагаются на клавиатуре, очень близко и удобно к рукам. Z начал, X остановил. Вот практически и все. В расширенных настройках, значит, вот здесь вот 601-709, я, значит, поставил 709. На формат имени файла, ну, понятно, значит, тут и год там, и месяц, и так далее. Но если вы хотите как-то по-особому обозвать файл, можете еще сделать, допустим, такую вещь. К примеру, название. Название, значит, ну, давайте какой-нибудь, ну, напишем там О, Б, С, сделаем черточку. Вот, пожалуйста. Ну, секунды мне, как правило, не нужны. Поэтому, допустим, секунды я уберу. Ну и практически вот все такие вот настройки. Применить. Окей. И вот здесь вот видно микрофончик. Я, значит, нажимаю вот так вот на фильтры. Значит, если у вас тут будет вот все чисто, то добавьте, допустим, три таких вот фильтра. Первое. Ну, шумоподавление. Вот смотрите, минус 30. Усиление. У меня достаточно сильный микрофон, хорошо настроенный и так далее. Я никакого усиления не ставил. Если при пробных записях у вас будет получаться звук очень низким, выставляете усиление там. Ставьте там 10, 15, там 20, поймайте свой момент, как говорится, именно для вашего компьютера. Подавление шума, верхний порог 32, нижний 26. Ну, давайте попробуем сделать даже его 20-очкой.
где-то вот так. А здесь, значит, все эти цифры по умолчанию. Вот где-то вот такие вот настройки. И теперь, значит, я выйду из программы Simple Screen Recorder и попробую сделать первую пробную запись программой ABS Studio. Итак, делается вот моя первая пробная запись программы ABS Studio. Ну, можем свернуть и в трей, потому что вот здесь значок сидит. Красненький кружочек обозначает, что идет запись. Для меня еще также важно проверить, не будет ли мельтешения при запуске программы Variety Slideshow. Вот я ее включаю, дождусь нескольких буквально смен кадров таким вот образом. Ну вот этого достаточно. Ну и теперь проверим, как оно, значит, будет все это дело выглядеть. Я просто-напросто прерву запись. Вот. Остановить запись. Итак, я, значит, сделал две коротких части. Первая часть записана при помощи программы Simple Screen Recorder. Вторая, значит, сделана при помощи программы ABS Studio. Теперь запустим видеоредактор. И мне надо будет две части видеоролика соединить в одно и отрезать ненужное. Значит, ну что, значит, вот здесь эта текущая запись, она идет, мы ее трогать не будем. А я вот возьму только две вот этих пока части, объединю в одну, добавить. Здесь, значит, посмотрим по датам 12.24, 12.37, да, все правильно. Ctrl выделить все. Правая кнопка, добавить на шкалу времени, добавить. А вот оно все было добавлено на шкалу времени. Теперь, значит, сделаем шкалу времени вот такой вот, чтобы она умещалась, как говорится, в экранчик. И теперь, значит, попробуем подредактировать. Почему? Потому что первая часть... Я пробовал поставить программу OBS Studio из дебиановского файлика, но оно не пошло. Поэтому, значит, вот я хочу и убрать эту часть. Ну, чтобы вас не раздражать звуками отсюда, я пока вот звук-то отключу. Теперь так, сохранить. Вот смотрите. Я делаю, допустим, файлик, ну да, назовем, допустим, его там 3 семерки. Где будет сохраняться папка проекта? Ну, конечно, в видео. И вот качество я выбираю HD 1080 на 25 кадров значит, в секунду. Меня это устроит. Сохранить. Теперь начинаю, значит, я все это дело просматривать. И мне нужно будет вот поймать тот момент, где, значит, вот. Видите, у меня, значит, вот здесь вот было сообщение красным. Вот. Что, значит, дебиановский файлик не встал. Вот с этого момента, значит, я сейчас начну просматривать ролик. И затем вот этой вот кнопочкой сделаю отметку на том моменте, где мне нужно отрезать этот участок. Звука вы не услышите, но зато вот где-то отсюда все это дело уже началось. Вот для меня это достаточно. Теперь берем ножнички. Я теперь могу, допустим, это вот протянуть куда-нибудь, чтобы не мешало. Вот нажимаем на ножнички.
И именно вот здесь вот я левой кнопкой мышки делаю отметочку. Перехожу на стрелочку. Убираю вот этот участочек клипа, который оказался ненужным. Подтягиваю его к самому началу. Затем вторую часть ролика. Вот. Получилось там где-то 12 минут. Сохраняю все это дело. И пробуем, значит, посмотреть, что получится, значит, дальше. В принципе, значит, я вам показал не только как установить программу OBS Studio, ну, как и в видеоредакторе OpenShot можно, значит, редактировать ролики. Обратно я выставляю, чтобы звук уже был. И теперь добавлю сюда еще вот последнюю вот эту вот третью часть ролика. Редактирование в редакторе OpenShot. Нажимаем вот здесь «Остановить запись». И дальше уже будете видеть видеоролик с последней, с третьей его частью. Итак, остается последняя часть. Это выпуск на гора видеоролика. Но здесь вот есть один такой нюанс. Нужно зайти в системный монитор. Вот оно. При открытом редакторе OpenShot. Где у нас тут он прячется? Вот оно. Нажать правой кнопкой мышки. Изменить приоритет. И выставить приоритет на очень низкий. И теперь можно это дело вот здесь вот просто-напросто закрыть. Можете свернуть, как нравится. Для чего это дело делается? При выпуске готового видеоролика нагрузка на центральный процессор значительно возрастает. Она и сейчас у меня, вот посмотрите, идет очень высокая и на оперативку. А если, как говорится, выпускать видеоролик, то вообще ролик может, как говорится, экран может замерзнуть, и вам придется перезагружаться и начинать все сначала. Поэтому, значит, я рекомендую, значит, всегда делать вот такую вот настройку, выставлять приоритет на очень низкий. Дальше. Во время, значит, вот проверки программы OBS я, значит, встретился еще с такой штукой. Вот у меня микрофон. Иногда звук несколько там трескал. Ну, вот фильтры. Попробую я добавить сюда, значит, шумоподавление. Выставлено нормально вроде бы как. Нижний порог. Ну, давайте сделаем, допустим, нижний порог 25. И добавлю-ка я все-таки на всякий случай сюда еще компрессор. Вот добавляется вот так вот и фильтр, и компрессор. Ну, здесь все, как говорится, по умолчанию. Я закрываю. Ну, вот, вроде бы как добавил некоторые настройки, и дальше по ходу дела видеоролика, значит, посмотрим, что там, как и к чему. Сейчас, значит, я покажу, как делается выпуск ролика. Вот все части вы скомпоновали, сохранили, вот нажимаете сюда «Экспорт». Я обычно выбираю Blu-ray. Это, как правило, самое высокое качество. Но вот качество здесь, видите, я выставляю высокое.
Дополнительно вот можно посмотреть вот здесь параметры, значит, видео какие. Видите, формат будет MP4. Видеокодек вот такой, значит, звук будет вот такой, AC3. Ну, в принципе, меня это дело все устраивает. Значит, можно попробовать приступить к выпуску видеоролика. Значит, ну, я вот тут вот так вот сделаю. Допустим, наберу буковку А еще. И, значит, сделаю пробный экспорт, но потом я еще в этот ролик включу еще и вот эту вот последнюю часть. Просто показываю вам, что вот. И вот в таком варианте, значит, нужно, значит, нажать вот на экспорт. И, значит, ждать, когда там все это дело закончится. Видите, он идет довольно-таки медленно, но тут уже никуда не деться, нужно подождать. Я пока нажимаю на отмену, а вы уже увидите готовый ролик с последней его частью.